Добрый день, уважаемые зрители. Я рад вас снова приветствовать на нашем Инстаграм-канале. Я прошу прощения за небольшую задержку по техническим причинам, в связи с чем мы вошли в эфир чуть позже, чем было бы запланировано. Но в любом случае, я надеюсь, это нам не помешает вести нашу беседу в полноценном режиме, как это мы обычно с вами проводим. Пока к нам присоединяются наши первые зрители, у меня к вам большая просьба отметить, хорошо ли меня слышно и видно. И если да, то, пожалуйста, либо пальчик вверх, либо плюсик поставьте, пожалуйста. А я тем временем расскажу, о чем будет наша сегодняшняя беседа. Итак, темой нашей сегодняшней беседы будет острые респираторные инфекции и контроль сахарного диабета в этих ситуациях. Значит, наши диабетики, они, как и все остальные люди, тоже способны болеть различными ОРВИ. И эта ситуация, конечно, никому не нравится, но, конечно, мы не можем полностью исключить данную ситуацию, поэтому в этих ситуациях требуются особые правила контроля за сахарным диабетом. В чем это будет заключаться? Ну, во-первых, нужно будет разделить все-таки, какой вид острореспираторной инфекции, с каким видом ОРВИ мы имеем дело. Что я имею в виду? То есть речь идет о банальном насморке, речь идет о гриппе, либо речь идет о бронхите, либо пневмонии. Что в этих ситуациях делать? Ну, во-первых, правило первое и самое главное. В любом случае обратиться к врачу. Почему? Потому что именно врач, и скорее всего это будет врач-педиатр, способен распознать, что у вас за ситуация и как с этим бороться. То есть назначить свое основное лечение. При этом нужно понимать, что лечение диабета это с одной стороны, а лечение второго конкурирующего заболевания в виде ОРВИ – это вторая проблема, и каждый имеет свои правила. В перечне тех препаратов, которые вы имеете право применять, то есть это когда вы говорите врачу, что у вас имеется сахарный диабет первого типа, вы получаете инсулины, врач, который назначает вам лечение, просто должен понимать, что он не должен назначить вам сиропы. Это единственное ограничение, которое есть. Если ребенок маленький и ситуация с использованием таблеток исключена, то есть единственный вариант это все-таки сиропы, то при этом нужно принимать во внимание, и чаще всего в инструкции бывает указано, какому количеству хлебных единиц приравнивается одна мерная ложка данного сиропа. То есть, допустим, это одна мерная ложка, если она равна одной хлебной единице, вы просто должны знать, что вы должны либо съесть на одну хлебную единицу меньше, потому что антибиотики чаще всего, это, ну и не только антибиотики, но и, допустим, противокашлевые средства, они чаще всего применяются после еды, как правило, и в данной ситуации вы просто должны их включить в количество тех хлебных единиц, которые вы приняли во время еды. Либо вариант второй, вам нужно просто подколоть чуточку больше инсулина с расчетом на эту дополнительную хлебную единицу в виде лекарства. Если же это обычные таблетированные формы, то они, как правило, дополнительно ни глюкозы, ни других подсластителей не содержат. И, соответственно, никакой коррекции уровня инсулина на дополнительные хлебные единицы проводить не нужно. Но! Тут есть еще одно «но», которое нужно иметь в виду. И заключается оно в следующем. Дело в том, что нужно понимать, что во время ОРВИ, как и во время любого другого заболевания, у ребенка, во-первых, ухудшается самочувствие, у него пропадает, как сказать бы это слово,
Он становится менее активным, он становится более пассивным, как бы подавленным чуточку, да. В связи с этим у него снижается физическая активность, за счет чего не происходит того дополнительного сжигания сахаров, которое было в обычное время. Плюс к этому организм тратит дополнительные усилия на то, чтобы бороться с инфекцией. Это своеобразный стресс для организма, и он требует применения больших доз инсулина. Вот почему в это время сахара подскакивают, и действительно требуются более высокие дозы. И как распознать, насколько больше колоть? Во-первых, и во-вторых, какой инсулин колоть больше, да, дозе? То есть короткий либо длительный. Смотрим в этой ситуации на, ну, так скажем, на основной диагноз и сколько это примерно будет длиться. Если речь идет о таких более сложных заболеваниях, как пневмония, либо бронхит, да, которые явно за сутки, за двое не пройдут, то в этой ситуации, естественно, придется однозначно поднять дозу инсулинов длительного действия. Почему? Потому что повышаются базовые потребности. Во-первых, поскольку организм он не только в течение дня борется с этой инфекцией, но и ночью в том числе. Раз. Во-вторых, чтобы каждый раз не подкалывать большое количество инсулина, вам действительно проще всего уколоть чуточку больше продленного инсулина. Если по ходу потребуется опять-таки параллельно проводить корректировки, а это регулярно будет требоваться, особенно если будут регулярные подскоки температуры, поскольку в этих ситуациях самочувствие ухудшается еще больше и требуется затрачивать больше дополнительных усилий. Вот в связи с этим потребуется и проводить коррекцию с помощью инсулинов короткого действия. Поэтому к этому нужно быть готовым и понимать. Но вот в ситуациях, когда мы имеем дело с обычным насморком, то есть когда ребенок более или менее более активный, да, либо это когда уже основное заболевание идет на спад, то есть это уже когда бронхит подходит к своему завершению, то, соответственно, в этой ситуации, если вы не уверены, коррекцию какими видами инсулинов проводить, то можно действительно провести просто обычным коротким инсулином. И этого будет вполне достаточно. Это те два основных правила, которые мы обязаны учитывать при лечении острых респираторных инфекций у пациентов с сахарным диабетом первого типа. Что касается пациентов со вторым типом сахарного диабета, которые находятся на таблетированных формах, то нужно понимать, что поскольку, особенно в тяжелых ситуациях, когда речь идет о пневмонии либо тяжелом бронхите, может потребоваться временное применение инсулинов, то есть временный перевод таких пациентов на инсулины. Пугаться, бояться этого не нужно. Это действительно может быть временным явлением. До того момента, когда заболевание приблизится к своему финалу, да, то есть мы вылечим данное состояние, и после этого возможен снова обратный переход на ваши таблетированные формы. Просто к этим ситуациям мы прибегаем обычно в двух ситуациях. Либо это во время тяжелых инфекций, либо во время предоперационного, операционного и ближайшего постоперационного периода. Почему? Потому что для организма это большая стрессовая ситуация, и ваши таблетированные формы, они просто не могут до конца достучаться до наших клеток. И поскольку блокируются внутриклеточные механизмы, приходится применять большие дозы инсулинов. Это единственный способ достучаться до клетки и заставить ее работать в нужном режиме. Но, к счастью, после того, как у нас происходит ремиссия, то есть идет реконвалесценция и выздоровление пациента, есть возможность снова обратно вернуться на прежнюю схему терапии.
И второй очень важный момент, он касается не только правил лечения, но и правил профилактики. Поэтому нужно понимать, что профилактика, она важна для всех деток, и не только для здоровых, но и для страдающих сахарным диабетом первого типа. И поэтому самый основной и первый момент – это, естественно, прививки. Прививки, они диабетикам не противопоказаны, если у них нет других абсолютных противопоказаний к вакцинации, которые были еще до того, как они заболели сахарным диабетом. А что касается относительных противопоказаний, это период декомпенсации вашего диабета. То есть это означает, когда сахара резко скачут вверх-вниз, как правило, они более высокие, даже с ацетоном, то да, в этих ситуациях, конечно, желательно временно повременить с прививкой, обратиться к вашему основному лечащему врачу. Речь идет о враче-эндокринологе, враче-диабетологе, который вам скорректирует ваши сахара, вы приведете их в относительную норму, и после этого можно сделать, и даже сказал бы, нужно сделать прививку. Почему? Потому что прививки действительно защищают нас от самых грозных инфекций рась, они защищают нас от вероятности появления осложнений от этих прививок. И кто бы что ни говорил по поводу прививок, поверьте, прививки это не есть зло, прививки это есть очень хорошее добро. И если сравнивать, если говорят вот те, кто против прививок, сколько они приносят вреда, и все, извините, оценивается в соотношении рисков. Если вероятность того, что может развиться осложнение от прививки, и вероятность составляет 1 на 100 тысяч, да, а то и на 1 на миллион, то вероятность возникновения осложнений в случае, если человек заболеет данным заболеванием, составляет 1 на 10. Слушайтесь примерно в разницу цифр, да, 1 к 10 и 1 к 100 тысячам. И вы поймете, насколько большую пользу приносят прививки обществу целиком. Да, мы понимаем, что никому не хочется иметь эти осложнения, но вы представьте, от чего вы уберегаете своего ребенка. Поэтому прививки однозначно важны, и прививки являются способом профилактики номер один. Способы профилактики номер два от острых респираторных инфекций. Это, во-первых, уменьшить до минимума контакт с потенциально больными людьми. То есть, если вы знаете, что вы должны пойти кому-то в гости, и там кто-то болеет, то, во-первых, лучше всего отказаться от похода в гости. Раз. Во-вторых, если что касается в школе, и вы боитесь, что ваш ребенок может заразиться, либо в детском саду, то, соответственно, никто не отменял правила ношения масок. Маску можно носить не только с лечебной целью, но и с профилактической целью. При этом нужно понимать, как правильно надеть маску. Одна из сторон маски, вы всегда, когда покупаете в аптеке, можете спросить у аптекаря, с какой стороны располагается фильтр. Так вот, если человек болен сам и он не хочет заразить окружающим, то фильтр должен быть с внутренней стороны, то есть он должен соприкасаться непосредственно с лицом. В ситуации, если вы надеваете маску для того, чтобы не заразиться от других больных, то в этой ситуации с точностью до наоборот, вы надеваете фильтром наружу. Поняли, да? Ну, представьте, допустим, ладонная поверхность – это у нас фильтр. То есть, если вы болеете сами, то вы надеваете ее вот так. А если вы хотите защититься от других посторонних больных, то необходимо маску надеть вот так. Это способ номер два. Способ третий. Для того, чтобы зря не злоупотреблять антибиотиками, что является правило номер один во всех ситуациях, и как для больных диабетов, как и для всех остальных, то в этой ситуации значит, можно профилактировать с помощью либо народных средств, либо других антисептиков, но не антибиотиков. Что я имею в виду?
Есть определенные спреи, ну, к примеру, ну, я не буду заниматься рекламой, но как вариант, гексарал тот же самый, либо другие. Их можно использовать следующим образом. Можно сделать один впрыск непосредственно перед походом в школу, либо в садик. Это что означает? Что один вот этот впрыск будет поддерживать вашего ребенка в течение ближайших 4 часов, чтобы он не подцепил ничего лишнего раз. И во-вторых, после того, как он вернулся со школы либо садика, вы второй раз брызгаете для того, чтобы все, что осело за последние 4 часа, тоже успеть как бы прибить и не дать ему развиться, не дать углубиться данному процессу. Это тот простой способ, который допустим, и в принципе никаких таких, во-первых, не будет эффекта привыкания, потому что с антисептиками это не работает таким же образом, как с антибиотиками, да, к ним привыкание развивается намного сложнее, и более того, вы, в принципе, можете менять антисептики, то есть, допустим, 3 дня в неделю вы используете один антисептик, 3 дня вы используете другой вид спрея антисептика. Это допустимая ситуация. Есть другие варианты использования тех же самых мазей, типа оксалиновой мази, да, вифероновой мази, те, которые, в принципе, должны защищать. В этой ситуации это тоже допустимая ситуация, это все применимо, и никаких проблем не будет. Что касается других антисептиков, да, мирамистин, диоксидин, все это тоже относится к подобным же средствам, их тоже можно применять. Более того, в принципе, если ребенок более взрослый, он способен горло полоскать, то, в принципе, можно применять обычное полоскание. С чем? Варианты, ну, самый распространенный вариант – это либо содовая, либо солевая настойка. Готовится из расчета пол чайной ложки без горки на пол стакана теплой воды. Без разницы, это будет соль, это будет сода. Кому что больше нравится, либо приятнее, либо не вызывает рвотного рефлекса. Да? Дети бывают разные, с различной чувствительностью. Это все допустимо, это все возможно, поэтому возможно применение. Что касается добавлять туда, в эту настойку, йод или нет, то в принципе не обязательно. Либо если, допустим, вы капнете буквально одну единственную капельку йода, то в принципе ничего не случится. Либо это еще один, кстати, вариант, очень такой, скажем, вкусный вариант для детей, то можно использовать обычную колу, да, будь то пепси-кола, будь то кока-кола, да. Как правило, мы рекомендуем, чтобы газы чуточку отошли, да, но чтобы не для того, чтобы ребенок выпил, а для того, чтобы ребенок прополоскал этим горло. Особенно если мы имеем дело с ангинами, либо предангинозными состояниями, очень хорошо помогает вот все оттуда хорошенько вымыть, прочистить. Но, естественно, ребенка нужно предупредить, что прополоскать – это означает, что колу нужно все-таки выплюнуть, а не проглотить. Так, из еще вопросов параллельные, которые у нас возникли. По поводу применения противовирусных препаратов. Да, в принципе, если они назначены врачом, то да, их применение возможно. Тем более, как правило, они либо в виде свечек, либо это опять-таки та же самая, допустим, вифероновая мазь. То никаких противопоказаний в этом плане я не вижу. Что касается гомеопатических средств, в принципе, никаких доказанных, тем более эффектов, тем более при диабете тут не сказано, то есть противопоказаний мы не имеем, поэтому ничего против сказать не могу. Что касается за, тоже сказать не могу, тут все индивидуально, и поэтому я в этом плане воздержусь от таких комментариев. Но, в принципе, если что касается вот чисто противовирусных препаратов, а из настоящих противовирусных я, в принципе, могу назвать только ацикловир, завиракс, да, который применяется при герпес-вирусных инфекциях, либо
подобных же препаратах, которые применяются, допустим, при цитомегаловирусной и других вирусных инфекциях из того же класса, то да, их применение допустимо, они никаким эффектом на диабет не обладают, да, кроме своего основного эффекта. Поэтому это, и данные препараты дополнительной глюкозы не содержат, поэтому они применяются абсолютно спокойно, так как назначил вам врач. Никакого дополнительного повышения либо снижения дозы тут не требуется, никаких перерасчетов не нужно. Ситуация, вот еще один вопрос, что касается, если в коре скарлатина, что делать? Ну, в принципе, во-первых, пациент с скарлатиной, он уже должен был быть от вас изолирован на тот период, пока он находился в активной своей стадии. Скарлатина, она вызывается бета-гемолитическим стрептококком группы А. И, в принципе, он лечится обычными пенициллинами, очень легко подвергается терапии. Поэтому, ну, так уж сильно бояться не нужно, хотя, конечно, инфекция не совсем приятная. И просто уменьшить контакт с данным пациентом до нуля, это раз. Во-вторых, что касается способов защиты остальных, то, в принципе, они такие же, как и со всеми остальными бактериальными инфекциями. Это означает просто, опять-таки, использование различных антисептиков в профилактическом плане, и ничего дополнительного в данной ситуации не потребуется. В случае, если в случае скарлатины в коле много, ну, в этой ситуации, естественно, должны подключаться медработники вашей школы. Это означает, всех подозреваемых пациентов нужно фильтровать еще на входе в школу и больных отправлять обратно домой, раз. Во-вторых, если вы боитесь данной ситуации, то рекомендовать, чтобы классные комнаты, они проветривались хорошенько, потому что это является наилучшим способом профилактики как вирусных, так и бактериальных инфекций, да, в организованных коллективах, плюс в обязательном порядке влажную уборку, которую должны организовывать именно работники школы. И третий вариант, опять-таки, кроме того, что вы можете использовать антисептики, вы точно так же можете использовать ту же самую маску. Она вполне способна защитить вашего ребенка. Вакцины от скарлатины не существует, это, поскольку это стрептококк. Да, и стрептококки, они очень широко распространены, просто существуют различные виды, и скарлатина вызывается одним из видов. Ну, в принципе, плюс ко всему, если у вас будет хороший иммунитет, то есть если ваш ребенок правильно питается, то никаких проблем в этом плане абсолютно не существует. То есть вы можете абсолютно спокойно с помощью обычных средств легко профилактировать данное заболевание. Так, в принципе, больше вопросов сегодня не было. Если будут еще вопросы, вы можете их задавать. Я постараюсь на них ответить. Что касается, вот еще один новый вопрос появился, чем лечить фарингит? Ну, фарингит, лечение фарингита должен заниматься либо участковый педиатр, либо врач-оториноларинголог, то бишь лор-врач. Еще раз повторюсь, если вы присоединитесь к нам позже, то в данной ситуации единственным для вас нюансом должно явиться то, это назначенный препарат содержит в себе дополнительную глюкозу или нет. То есть, если это сиропики, то просто нужно принимать в расчет, что вы получаете дополнительные хлебные единицы. Если возможно это все заменить таблетированной формой, которая не содержит глюкозы, дополнительных подсластителей, то в этой ситуации никаких проблем нету, и любое лечение, оно правомочно. Вмешиваться в терапию, которую назначает вам основной врач, то есть это будет то ли врач-педиатр, то ли врач ухо-горло-нос, я не имею права этического, и в этом плане
никаких противопоказаний мы со стороны диабета в данной ситуации не видим. Так, что касается растительных препаратов, к ним относится корень солодки в том числе. Ну, в принципе, доказанных эффектов тут в данной ситуации нету. Знаете, мы можем это судить по уровню сладости. Да, я понимаю, что корень солодки является противокашлевым средством, да. Точнее, отхаркивающим, так его правильно будет назвать, да. И, в принципе, не все корнеплоды, да, они в обязательном порядке повышают уровень сахара. Есть некоторые корнеплоды, которые в себе содержат инулин, и они даже способны чуточку снижать уровень сахара. И в связи с этим сказать, какой эффект имеет конкретно солодка, сказать трудно. Но что можно сделать? Можно, в принципе, методом проб и ошибок. Никто не говорит, что ваш ребенок является подопытным кроликом, ни в коем случае, но каждый организм дает свою индивидуальную реакцию. И, соответственно, вы можете попробовать его дать из расчета того же, как вы берете в обычных ситуациях, да, если фрукты являются сладкими, либо овощи, да, ну или корневища. И, соответственно, взять из того же расчета, как примерно размер картофеля, да, и сколько это хлебных единиц, вот такого же размера взять корень солодки и просто посмотреть, в какую сторону будет двигаться ваш сахар. Если сахар, он повысится, то да, в следующий раз вы просто будете знать, что у вашего ребенка именно такова реакция на данный корнеплод. И, соответственно, вы будете знать, что ему требуется все-таки увеличить чуточку дозу инсулина. И не более того. Поэтому, еще раз повторюсь, доказанных, проверенных воздействий на уровень сахаров у данного фитопрепарата, как бы я это бы назвал, нету. Я обязан ссылаться при беседе с вами только на источники доказательной медицины и, соответственно, манипулировать именно ими. Поэтому ничего более я вам скажу. Сказать, что у меня был личный опыт применения среди моих пациентов, где-то, к сожалению, такого не было, поэтому тоже поделиться в данной ситуации не смогу. Так, если у ребенка нет аппетита, тоже очень хороший вопрос, что делать в данных ситуациях? Ну, смотрите, во-первых, особенно если эта речь касается бронхита, пневмонии, да, мы имеем дело с так называемыми длительными инфекциями, да, то есть они будут идти долго, и, соответственно, потребуется повышение дозы инсулина длительного действия, да, продленного инсулина, то, в принципе, в этой ситуации вам очень легко маневрировать с помощью инсулинов ультракороткого действия, к коим относятся хумалог, новолог, новорапид и апидра, да. И в этой ситуации фактически применять данные виды инсулина вот непосредственно либо перед едой, а если аппетита нету, то в принципе вот посмотреть, сколько ребенок реально съест, и уколоть его просто вдогонку. Да, это вариант вдогонку является не настолько хорошим, как непосредственно до еды, но в принципе с учетом того, что у нас других вариантов и нету, этот вариант может быть вполне оправданным в данной ситуации. И эта ситуация действительно допустима. Более того, это вам позволит уже сориентироваться, насколько высокие являются сахара к этому моменту. И, соответственно, если ребенок подъел, то есть вы сразу сможете, ну, в кавычках, убить двух зайцев. То есть скорректировать и дополнительно уровень гликемии раз. И, во-вторых, дать точное количество, правильное количество инсулина на то количество хлебных единиц, сколько реально ребенок съел.
И плюс еще не забываем, что часто бывает, что дети во время ОРВИ еще ложатся дополнительно спать, то есть они более сонливые, то есть опять-таки двигаются меньше, и соответственно опять-таки это является поводом для того, чтобы дозы инсулинов у вас поднялись вверх. В принципе, это те основные правила, с которыми мы имеем дело. Да, еще обязательно одно важное «но», которое нужно учесть во время ОРВИ. В обязательном порядке детей нужно выпаивать. Имеет это под собой несколько обоснований. Обоснование первое. Во-первых, это позволит вам уже искусственно, самостоятельно развести кровь, да, то есть сделать ее более такой жидкой и, соответственно, искусственно снизить уровень сахара. Есть ли необходимость в этой ситуации подключать различные капельницы, да, физрастворы и тому подобное, но, в принципе, тут смотрите на ситуацию. Если ребенок обезвоженный, то да, естественно, это желательно сделать. И при необходимости, кстати, всегда ребенка можно, и если есть необходимость, то нужно госпитализировать в стационар. Это раз. Во-вторых, во время того, когда вы выпаиваете вашего ребенка, это не только помогает вывести токсины из организма, да, но не забывайте, что когда у ребенка высокая температура, у него, во-первых, повышается потоотделение, раз, и, во-вторых, еще за счет учащенного дыхания происходит больше испарения через легкие, что тоже ведет к своеобразному обезвоживанию и сгущению крови, за счет чего сахар снова будет касаться более высоким относительно. И чтобы вот эту кровь разбавить, опять-таки требуется дополнительный прием жидкостей. Какие жидкости применять? Ну, в принципе, самый идеальный вариант – это, конечно, обычная вода. То есть никто не заставляет вам давать повышенное количество чаев, тем более с вареньем, да, как некоторые любят, малиновое. Нет, на самом деле в этих ситуациях самым простым это и правильным вариантом это будет являться щелочное питье. В этой ситуации, значит, щелочное питье это чаще всего это минеральные воды, к коим относятся Ессентуки-2, Ессентуки-4, Новотерская, Славяновская. Это те основные виды минеральных вод, которые вот именно богаты щелочами, да, содой, как основной представитель. И в этой ситуации просто рекомендуется выпустить газы. Чтобы процесс ускорить, то можно слегка подогреть, чтобы ускорить вот этот процесс газовыделения. И дать ребенку просто пить вместо обычной воды. Это очень хорошо, во-первых, смягчает кашель, раз. Во-вторых, это дополнительное выпаивание ребенка, два. В-третьих, если мы боимся, что может быть образование кетонов, да, и ацетона в качестве одного из них, то опять-таки щелочная среда будет нейтрализовать кислую среду кетонов, да, и в принципе за счет этого ребенок себя будет чувствовать намного лучше. Так что это тоже очень важный аспект в плане применения выпаивания как одного из компонентов при лечении острых респираторных инфекций у детей. Что касается приема жаропонижающих средств, то просто вы должны понимать, что жаропонижающие средства должны применяться, во-первых, по показаниям, то есть если температура выше 38 градусов все-таки, это раз. Во-вторых, смотреть, какой вид препарата вы даете. Если это таблетированная форма, то в принципе применяется как и у обычных детей. Если это свечки, они применяются точно так же. Опять-таки применяем как у остальных детей.
Что касается сиропов, нужно просто понять, что да, это дополнительная хлебная единица, и если возможно этого избежать, то это наилучший вариант. Если нет, то просто опять-таки корректировать за счет инсулина. В принципе, это все, что касалось плана лечения. В принципе, добавить к этому уже реально нечего. Что касается вопроса по скарлатине, я на него ответил, но, в принципе, я, наверное, предполагаю, что вы присоединились позже, поэтому я повторюсь. Если в школе скарлатина, и этих случаев достаточно много, это значит, это способы профилактики. Первое. Во-первых, уменьшить контакт с пациентами. То есть в школе нужно настоять, чтобы пациентов с скарлатиной их отправили все-таки домой. Это раз. Во-вторых, применять более действенными средствами в данной ситуации профилактики будут полоскание горла, либо применение антисептика в виде различных спреев, брызгалок, пшикалок, как хотите их называйте, на основе вот именно этих антисептиков. Варианты это могут быть гексорал, гексоспрей, ингалипт, другие, это могут быть очень хорошо мирамистин, это могут быть фурацилин тот же самый, это может быть, так, сейчас скажу еще название, диоксидин, естественно, кстати, разбавленный. На это обратите внимание, концентрированный диоксидин использовать нельзя у детей. И использовать вот их перед школой непосредственно, то есть ребенок брызнул, один впрыск сделал непосредственно перед школой, и после того, как он вернулся со школы, горло прополоскал и еще раз пшикнул. Ну, это самый простой вариант. Почему? Потому что скарлатина, она, повторюсь, вызывается стрептококком. Стрептококки, они довольно-таки распространены в природе, и есть представители, которые являются, так скажем, нашей условно-патогенной флорой, которая может проживать в нашем организме и в норме. Речь, конечно, не идет про непосредственный это возбудитель скарлатины, коим является бета-гемолитический стрептококк группы А. Но, в принципе, они являются, так скажем, братьями, и, соответственно, так уж сильно бояться не нужно. Просто действительно средства профилактики применять нужно. И еще один вариант – это, естественно, ношение масок. Никто не запретит, и, в принципе, наше общество просто должно понимать, что ношение масок это является не какой-то морбидофобией, да, то есть боязнью болезней, а на самом деле является очень хорошим, это принятым средством профилактики, которое очень широко применяется за рубежом, то же самое Японии. Почему они так долго живут? Потому что просто в период инфекции, они даже когда ходят по улице, они носят маски. И делают абсолютно правильно. Просто, как я сказал, маску нужно правильно носить. Спросите, когда вы будете покупать в аптеке, как правильно носить маску, с какой стороны находится фильтр. И если вы хотите защититься от инфекции извне, то необходимо носить маску фильтром снаружи. Если человек болен сам, то есть, допустим, кто-то из членов семьи, и он носит маску для того, чтобы не заразить окружающих, то он должен сделать с точностью до наоборот. Он должен носить фильтром вовнутрь, то есть фильтром к лицу, чтобы не выделять вот эти бактерии наружу. Бактерии и вирусы в том числе. В принципе, если соблюдать вот все эти основные правила, то никаких проблем не будет. От ОРВИ можно себя защитить. И еще раз повторюсь для тех, кто присоединился поздно, не забывать про вакцинацию. Прививки, они приносят очень большую пользу, бояться их не нужно. Диабет абсолютно не является никоим противопоказанием для вакцинации, ни от гриппа, ни от других инфекций в том числе. Поэтому мой вам хороший совет вакцинировать детей для того, чтобы быть защищенным. Поверьте, последствия в случае заболевания будут не то что в разы, а на порядки хуже.
Поэтому прислушайтесь, пожалуйста, к моему совету и по возможности вакцинируйте ваших детей. В принципе, это все, что я хотел сегодня вам рассказать. Если у вас остались какие-то вопросы, я рад буду на них ответить. Если нет, то всегда вам напоминаю, что вы всегда можете оставить комментарии к нашим видеообзором, да, нашим видеобеседам. Все эти вопросы передаются мне в обязательном порядке нашими сотрудниками. Более того, наши лекции они остаются в записи не только в Инстаграме, но и на других каналах, то есть и в YouTube, и в других социальных сетях в том числе. Поэтому всегда можете обращаться и всегда на вопросы, которые были вот в промежутках между беседами, между лекциями, да, всегда я на них отвечаю в начале каждой следующей беседы. А следующая наша беседа состоится с вами уже через неделю. Это будет уже почти канун Нового года, и в принципе мы с вами поговорим о тех правилах, которые нужно соблюдать на Новый год, поскольку рацион наших пациентов довольно-таки расширяется, они хотят в это время больше сладостей, тем более как бы и настроение настраивает, да, предрасполагает. И соответственно, вот поэтому мы поговорим, что делать в этих ситуациях, как контролировать диабет, и что делать, чтобы сахара были более лучшими, более надежными и более нормальными. В принципе, это все, что я вам хотел сегодня рассказать. На этом позвольте с вами попрощаться, пожелать вам хороших сахаров и до нашей следующей беседы. Всего вам доброго и до свидания.